Добрый день, друзья! С вами Павел Себастьянович, и это комментарий для канала MyUA. Сегодня мэр Киева Кличко вышел с заявлением, что его зря в чем-то обвиняют. И все голословные утверждения, которые против него выдвинули, не имеют под собой никакой почвы. Но все киевляне видят, что творится в Киеве. То есть, если мы посмотрим на центральные улицы, улица Богдана Хмельницкого, улица Шевковична, мы видим, что идет какой-то непонятный ремонт, зачем-то снимают старую брусчатку и ее же укладывают. Ну, то есть, она становится более ровной. Я не знаю, какая целесообразность в этой операции во время войны. Это же сотни миллионов гривен. То есть, оценивается примерно перекладка брусчатки от 240 до 300 миллионов гривен. То есть, зачем? Какая целесообразность? Неужели нельзя подождать, пока закончится война, а эти деньги лучше потратить на то, на снабжение хотя бы киевлян, которые сейчас воюют на фронте. Также сегодня стало известно, что организуется стройка на Оболоне, то есть продолжается окружная в сторону Днепра. То есть на Днепре должен быть построен мост, который соединил бы Оболонь с Троещиной, и там должна пройти окружная дорога. Но, как известно, никакого моста там нету, никто его не собирался строить. За последние 8 лет даже станции метро ни одной не построены, не то чтобы построить новый мост. И вот сейчас к этому мосту тянется дорога, восьмиполосная. И все задаются вопросом, зачем же нужна эта дорога, которая стоит 1,5 миллиарда гривен. То есть сейчас прям 1,5 миллиарда гривен будет выброшено на кусочек дороги, которая никуда не ведет. Но выяснилось, что там планируется строительство жилого комплекса. Естественно, кто же будет покупать квартиры в жилом комплексе, если туда нет дороги. Поэтому за счет киевлян нужно построить на 1,5 миллиарда этот кусочек дороги. Вот такую хозяйственную деятельность ведет мэр Киева пан Кличко.